В Якутске сегодня стартует благотворительная акция «Елка добра». Мероприятие организовано в помощь детям, обучающихся в коррекционных школах-интернатах города Якутска. Акция пройдет с 6 по 25 декабря в магазине «Антошка». Первым участником благотворительной акции станет глава города Якутска Айсен Николаев. Участники благотворительного движения выбирают открытку с новогодней елки, читают желание ребенка и исполняют его, купив в магазине-партнере подарок и положив его в коробку возле новогодней елки. Участник акции должен сфотографироваться с купленным подарком и выложить фото в социальных сетях с хэштегом «Елка добра». Кроме того, каждый участник благотворительной акции может передать эстафету другу, коллеге, соседу, чтобы они приняли участие в «Елке добра».